Вставай. То есть? Вставай, бой идет, посмотри. Сбудил, ну, чего там? Смотри, что делают. Видно, что-то не поделили. Я вижу, я вот прыгаю, вон на лампу залез. Короче, два монстра друг с другом. Отлично! Слушай, а если бы они все так друг друга перевалили, в итоге было бы нам хорошо. Да. Спокойненько бы так вот спалось, да? Было бы меньше работы. Так. Че, кушать хочешь? Да нет, у меня есть. Иди печеньку на кровать. А, я уже не хочу спать. Короче, ты вообще... Будил так вообще, ну... Перебил сон немного. А, вообще. Так ты же выспался, когда стоял вот здесь, где я. Ой, это два не будем. Я помню, я не забыл. Так. Ты смотри, что там творится? Пойду посмотрю, нет ли гостей в доме никаких. Помнишь, ладно, идем. Нам залетел какой-то монстр в дом прям. Помню, я помню. Лучше за этим следить. Да? Вот видишь, я не заснул. Ой. Заснул. Может, ты проснулся и меня сбудил, а? Да не, я же смотрел, как они там дерутся. Ой, а что это будет за звук? Не знаю. Ой, смотри. Что? Иди сюда. Да я не вижу. Вот это нехорошо. А что это они так вот смотри, это... окружили полностью. То и есть здесь. Нас окружили. Так и что, идем будем, типа, ну как, раскидать всех? Или нет? Идем на улицу? Я не знаю. Ты подожди, ты куда пошел? Нет. Нет, иди сюда. Закрой дверь. Я первый. Честно. Ой, они, Ох, их еще больше. Не, чувак, бегом сюда. А что, нет? Нет, бегом, они меня подбросили выше дома. Четыре сердечка примерно, или три, сколько там сняло. Я на доме. Вот это я о чем, ну. Они очень дерзкие, это как-то очень нехорошо. А как мне спуститься? Я не знаю, прыгать, ты что, не камикадзе? Да нет. Ты кто такой? Ух, ой, не... Ты что делаешь? Ты где? Так, что такое? Плюс я всех перевалил. Прям вообще всех? Вот этих, что подкидают, еще один остался, все. Сейчас. Еще кто-то. А, есть. Ага. Воу, чувак, аккуратненько. Ой, убегаю. Ты так круто взлетел. Зато я всех почти пораскидал, забегай. Кушать. Печенюшки лечебные. Ты где? Фу, держи печенюшки, что это ты ешь? А что у меня остается? У тебя 6 единиц жизни. Покушай. Кушаю. Фу. Брось там что-то. Типа тренировка, размялись. Да. Теперь ты готов? Не. Я думал, ты поспишь, наберешься храбрости. Может, храбрости? Не наберешься? Что за храбрость? Будешь такой смелый. Что они делают? Иди посмотри, спроси. Вика! Вик! Нету. Ладно, нету. Я знаю. Нет. Пока нет. Смотри, что у меня выпало. Да капец, ну сколько ждать, ну сколько можно уже? Видел? Да я видел, что это за палочки? У меня тоже есть. Я туда что, вообще закину тебя в аквариум. Аккуратненько рыбок задавишь. Так, ты как хочешь, а я, пожалуй, спускаюсь вниз. Почему? Ты идешь со мной? А, портал? Да, мы этот злобный портал, ну ты уверен? Нет, ладно. Я никогда не уверен. 1973? Да. О, ты запомнил. Ничего себе, нужно где-то в календарик меточку поставить. 100%. Так, давай. Давай. А сюда нельзя? Так. Я надеюсь, с того портала хоть ничего там не вылезло. Где ты? Ты первый. Нет. Ты первый. Вот, не вижу. Да подожди, сейчас. Вот. Факелочки работают. Ну вот, один появился. Сейчас. Ух ты, глазастик-то. Ой, что-то выпало, посмотри. Что да, это... да, я видел, вот, на тебе подарочек. А это, ну хорошо, ладно. А что это? 8 урона типа. Слушай, может что-то еще появилось там? Давай посмотрим. Я прикрою. Так.
Нету. Нет, ничего не появилось. Обидно. Смотри, криперы, зомби, все сверху. То есть? Ну, вон сидят там. Здесь нету, а там сидят. Так, я, конечно, понимаю, это все прикольно, интересно, все четко, но слушай, мы что... А ты где вообще? Вот. А, я думал, ты уже туда отправился. Не. А ты печеньки бросишь? Да. У тебя есть много? Ну так, хватит. Ну, побросай. Больше не дам. Почему так? Ты нет, что? Если туда брошу, ничего не пройдет. Ты жаришь? Никогда не нужно вот это кому-то пожалеть что-то. Это же всего-то печеньки. Если просишь, всегда давай. Будь добрым. Да, хорошо. Да? Смотри, я бросаю, оно исчезает. Ты что творишь? Пробую, так. Ничего ли плохого так, не будет. Подожди. Так, мне нужно настроиться. Мне... Ты издеваешься! Ты жив? Я живой. Загрузка мира. Воу! О! Я что появился! Такое? Появился! Где-то! О! Ты целый, жив, все нормально? Да! Огромное дерево! Как-то стрёмно! Да иди сюда, конечно! Лечу. Сюда, сюда. Ого! Зацени, какое дерево! А где это мы? Я не знаю. Это мы уже точно не дома, да? Конечно, не дома. Конечно, не дома. Так. Арбуз? Арбузики. А где? А, точно! Арбузики! Слушай, а чё я так не заметил, аж так аж засмотрелся я на это огромное дерево. Смотри, вот что это за дома? Что это такое вообще? Я не знаю, подожди, чувак, подожди! Вот бы была бы сейчас сестра здесь и видела все это. Слушай, а может она где-то здесь? В одном из домиков? Я погнал! Ты как погнал. Хочешь, я погнал. Хорошо. Бегу. Чё это за ник? Это что? Какой-то кобальт. Он хороший? Ты хороший? Нет, хороший, Криска? А, мышка, ты хорошая мышка. Она хорошая мышка, она в рост, как мы. Мышь, как мы? Ничего себе, какая ты мышь! Лучше отойди, вдруг она какая-то заразная. Да я отошел, да. О, смотри, да, кто вот там? Еще. Человек. Человек. О, что за человек? О, мистер! Мистер, здравствуйте! А мы где вообще? Мистер! Мистер! Ау! Эй, вы там, носатик! Что-то они какие-то напуганные, слушай. Чего-то он какой-то такой стрёмный. Не нравится он мне, чувак. Я мне вообще... Голем! Дяденька, скажите, пожалуйста. Мы, короче, в мир... Ты чё отвернулся? Он отвернулся от меня. Короче, мне кажется, здесь не любят особо каких-то новичков, пришельцев. Слушай, здесь есть кровати, здесь полноценные домики. Такие домики. И как-то монстров нету, да? Монстров нету вообще? Пока не вижу никого, как-то здесь так спокойно. Ну это же хорошо, что ты там смотрел? Сундук, иди сюда. Тихо, что там? Я забираю кроватки. Что там? Посох тундра. Урон что? Высокий. Нужна зарядка. Не знаю, я заберу. И уходи быстренько, и пока никто не увидит. Пластинка. Это не мы, это... Все. Вот тебе и сказал, что нету монстров. Где? Или это добрый монстр? Это добрый монстр. Это хороший монстрик. Ууу, какой ты большой. И не один такой. Это прикольно. Это мне нравится. Класс. А здравствуйте, здравствуйте, тебе. Жители. Здравствуйте, скажите, куда мы попали? Вы здесь не видели Вику? Ну, она такой подросток, девушка. Как бы моя сестра, не видели вы, нет? Не особо, да? Нет, они не иди видели. Иди сюда! А ты где? Вот, иди сюда. Смотри, что там. Где? О-о. Как-то это, чувак, очень стрёмно. О, что-то летит ко мне. Что-то летит. Готовься. А? Как-то ты так вальнул, Серёга. Воу! Лава. А! Хорошо, что здесь вода есть. О! Может, через него они такие все напуганные? О! Так!
А, у меня огнестойкость. Это хорошо. А где он? Так, нужно покушать, подожди. Ты его что, убил? Да! А! Горю! Горю! Водичку! Если что, восстановись, иди! Сзади, 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 сзади! Кто? Иди сюда, тушись! А что они? Бегу! Бегу к тебе! У меня огнестойкость. Есть! Есть! А, еще! Они рождаются в лаве, чувак! Они в лаве рождаются! Как это так возможно? Как это возможно? Как можно рождаться в лаве? Не знаю. Вот он еще плавает! А что это? Я не знаю, я завалил кого-то, он в лаве плавал. Вали, вали, а я пока строю. Ты кого там валить? Ты что за фантастика здесь такая, в перебор? Я тогда понял все, почему они такие напуганные. Смотри, вон там еще какие-то монстры. Подожди. Уходи, уходи, иди сюда, иди. Не лучше не надо. Да подожди, я чуть-чуть это подпалил себе опу. Тебе может дать печенье, к арбузику, что-нибудь? Да нет, нет, у меня же... Чувак, сзади, сзади. Где, сзади. Кто? А! А-а-а, чувак! Ты уверен, что мы здесь нормально проживем? Не, уходи, уходи, я ухожу. Как-то здесь... Так дерзко. А что там? А там что такое? Да иди сюда, сзади опять за тобой кто-то бежит. Оу! Опять эти типа вылетали. Что это вообще такое? Бегу, бегу, бегу. Что такое? Бегу. Я прикроил. Уходи, уходи. Есть, есть, завалил. Я ничего не вижу. Смотри, только меня не завалил. Что это такое летает? Что-то появилось еще. Это... И уходим отсюда. Или застроим, давай, чтобы жителей хоть как-то спасти. Давай поможем. А, это что такое, скелетина? Та-та-да. Это что-то, конечно, такое удивительное. Все. Ладно. Теперь они в безопасности, я надеюсь. Да. Смотри, какое дерево. Ну, ладненько. Может, вернемся обратно домой? Наверное, так и сделаем, чувак. Что-то я хочу уже домой сам. Хотя, интерес не пропадает. Ну, что-то там еще такое летает. Здесь вообще много всего летает. Да. Короче, наберем с собой много булыжника и будем строить такой мостик, наверное. Да уж, уходим. Идем, идем, идем. Жители, все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Вы не переживайте, все будет хорошо. Такая вот банда спасателей. Мы спасем всех. Да. Все так. Будет хорошо. Ух, у меня уже кровать есть. А что это? Смотри, у меня какое-то мясо модное. Какое мясо? Там тебе модное мясо? Да, модное мясо. А ты где? Я здесь, я на месте. Я тебя не вижу. Я здесь сверху. Это что? Эй! Это не твое? Меня хотела забрать. Птица. Птица хотела тебя забрать. Смотри, чтобы она тебя не сбросила. Она меня подняла немножко в воздух. Ой, сюда, упал. Противная птица. Ты меня преследуешь уже очень давно. Слушай, это случайно не та? А, сзади! Сзади паук! Я думаю, что это такое? Смотри, я ее подпалил. Ух ты, а я как ты это делаешь? Вот, смотри, держи. Что это такое? О! Заряд. И что делать? Правой клавишей? Просто, да, бросай. Паук, аккуратно. Ух ты! Круто, подожди, ой, он сейчас... Ой, что-то, что это? А-а-а! Где это они взялись? Я не знаю! Валю, какой огонь какой-то такой дерзкий. Самого себя подпаливает, да? Ну чё это? Слушай, а что там такое? Иди сюда, у тебя есть какой-то факелочек? Ты где? Я здесь. Где что? Смотри, шахта? Да, какая-то... А, меня опять заморозили! Помогу. Вот еще один, еще! Я киркой что-то постоянно бью. Не, предлагаю пока туда не идти. У меня нету ни факелка, ничего. Да? Лучше уходить. Хорошо, хорошо. Давай мы четко подготовимся. Это нехорошо! Это не... А может она добрая? Ты думаешь? А, нет, не добрая, чувак! Как ее убить? О! Опять! Да что ж такое?
И она все берется, ну. Ой, это нехорошо. Беги в портал. Быстрее. Уходи отсюда, все, уходи. А где портал? Вот. Они из портала идут. С нашего портала? Это нехорошо. Вот это такой. Прыгай в портал. Нет, прыгай. Прыгаешь в портал? Да, я уже в портале. Быстренько сюда, чувак. Ого, у меня 3 сердечка осталось. Ух, да и меня покоцали. Вот это путешествие. Но все же там может быть наша сестра. И нужно все досмотреть. Как ты думаешь, она там? Ну, понятно, Надежда умирает последней. Все дела. Вот тебе и факелочек, я забрал один. Да. Вот да. Это поворотище просто. И так все мирно, да, было? Ни монстров, никого. Да. Держи, вот модное это... мясо я тебе дал. Модное? Нет. Нет, модное ты мне не давал. Вот у меня еще. Мяско! У меня столько всяких зарядов, смотри, вот такой вот. Где? Вот сейчас крипера брошу. Давай. Ой, не добросил. Ты сейчас палишь там все. И вот такое еще есть. Вот у меня есть, смотри, я сейчас туда такая. На! На туда! На тебе туда! Сейчас мы спалим, короче, здесь. А, горят! Горят? Да! О! Эй, все, не выбрасывай! Так, все, хребаловаться. Идем спать. Да, идем, короче, спать. Закрывай дверь, погнали мы с тобой, короче. Погнали, ага, так, такое классное путешествие было. Не знаю. Опасные как... и классные. Так стрёмно и... А что такое? Почему слепота? У тебя? О, почему слепота была? Почему? Да, это я может я на тебя просто попал? Да? Да. Паршивец ты. Может быть. Прикольно. Так, здесь все тихо, нас никто хоть не окружил, не? Я сейчас посмотрю. Вроде никого. Все нормально. Загадочный дом, конечно. Идем сколько спать. Же здесь всего? Да, идем. Сегодня идем. Ты дежуришь, ты знаешь? Да знаю, я знаю. Только не спать. Нет, не буду. Все бы нормально. Все бы нормально. Ох, смотри мне, потому что да если я проснусь, а ты спишь. Так я же заинтересован, это же моя сестра, я буду высматривать в любом случае. Получишь кого-то. Вот этого не будем, если ты старший, это еще ничего не означает, понял? Да, я все вижу. Да спи. Все, спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Я очень устал. Да, ну что ж, продолжение, конечно же, следует.